Уважаемые кузнечане, от себя лично и от имени экипажа ракетного катера «Кузнецк» приветствую вас с берегов Балтики. Сегодня в Кузнецке праздник, и я рад отметить, что экипаж нашего корабля причастен к этим событиям. Ваши ребята успешно проходят военную службу, справляясь с поставленными задачами. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество еще больше будет способствовать укреплению шефских связей между городом Кузнецком и Балтийской военно-морской базой, сохранению и приумножению традиций российского флота, повышению военно-патриотического воспитания молодежи. Желаю всем кузнечанам благополучия, а городу Кузнецк – процветания.